Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən yenə də Azərbaycanın mülki obyektlərinə və mülki insanlarına qarşı hücumları davam etməkdədir. Поступает сообщение о переходе Армении к гибридной войне. Обычно страны используют асимметричные гибридные войны при терпении поражения. Армения продолжает подвергать обстрелу мирное население Азербайджана, используя для этого самое мощное и запрещенное оружие. Армения выбрала асимметричную войну, то есть метод ведения войны посредством террора.